Форум «Управдом», посвященный проблемам жилищно-коммунального хозяйства, проходит в актовом зале районной администрации. В форуме принимают участие министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Храмушин и заместитель руководителя Государственной жилищной инспекции Московской области Александр Белоусов. В зале собрались областные, районные и городские депутаты, руководители и сотрудники профильных управлений и отделов районной администрации, представители управляющих компаний, ассоциации Совета многоквартирных домов Общественной палаты. Участники форума обсудили реализацию губернаторских программ капитального ремонта многоквартирных домов и подъездов, благоустройство дворовых территорий, целый ряд других вопросов жилищно-коммунального комплекса. В своем выступлении министр ЖКХ Московской области Евгений Храмушин сообщил, что в Московской области уже сейчас благоустроено 4800 дворовых территорий. До 2022 года будет приведено в порядок еще около 8000. По программе «Чистая вода» 1,5 миллиона человек были обеспечены чистой питьевой водой. Модернизировано более 500 котельных, которые обслуживают 1 700 000 человек. В многоквартирных домах удается без срывов проводить отопительный сезон. Я понимаю, что ситуация с теплом, она как бы воспринимается как обязательная, но мы помним, что у нас буквально 3 года назад на территории Щелковского района десятки отключений тепла были в течение зимнего периода. Сегодня у нас такой ситуации уже не наблюдается, благодаря тем программам, которые губернатор Московской области Андрей Ильич Воробьев реализует на территории и региона в целом, и, соответственно, каждого района в частности. Заместитель главы районной администрации Наталья Ефимченко рассказала, что по губернаторской программе на 2017-2018 годы в Щелковском районе запланировано приведение в порядок более половины подъездов. Из 1786 отремонтирован уже 1361 подъезд. Действительно, уникальная программа. Я нигде не встречала ни в одном субъекте, где бы эта программа реализовывалась. Она касается каждого жителя непосредственно. И вот если 2 года назад по инициативе, вот по личной инициативе губернатора Московской области эта программа стартовала, и люди как-то не очень активно еще в этом участвовали, может быть, не верили, что это действительно будет реализовываться, то сейчас вот видишь уже просто, какой посыл идет от людей, какая востребованность. Министр ЖКХ Московской области Евгений Храмушин, подводя итоги форума, отметил, что необходимо наладить большее взаимодействие между Ассоциацией Совета многоквартирных домов и районной общественной палатой с целью большей информированности жителей об их правах при решении жилищно-коммунальных проблем. Их вместе организовать, чтобы они работали как единая команда. Потому что, понимаете, у нас много вопросов, которые сегодня задавались, они связаны просто с тем, что не информированы управдома и активные люди с тем, как надо производить. Но мне что нравится, что у нас сегодня не было агрессивного, что называется, непонимания. Все вопросы абсолютно рабочие. Мне кажется, больше конструктивы. Андрей Цеханович, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».